Приглашаем вас на шоу отличного стилиста Светланы Воронцовой. Каждый четверг на телеканале Shop & Show с 15.00 до 17.00 вас ждут модные тенденции, лучшие предложения от вашего личного стилиста. Не пропустите, будет интересно! Ну что ж, мои дорогие, я приветствую всех модниц, собравшихся сейчас у экранов телевизоров. Ровно 2 часа советы от вашего личного стилиста Светланы Воронцовой. В этой коллекции мы собрали с вами не только нарядные комплекции одежды, но и верхнюю. Дождитесь, пожалуйста, презентации пальто. Итак, дорогие мои, туника. Туника играет очень важную роль в облике женщины. При этом хочу заметить, что выбирая правильную тунику, мы с вами еще и стройнеем. Как правильно откорректировать свою фигуру? Как правильно выбрать цвет? На эти вопросы я буду с вами отвечать все 2 часа. Вы можете позвонить нам в прямой эфир по бесплатному номеру телефона, который видите внизу экрана. Мы ждем ваших звонков. Кто-то может рассказать уже о том, как изменилась жизнь при помощи стильных вещей. Ну, а мы встречаем бренд Primavera – туника Finella. Обратите внимание, сколько могут стоить сегодня туники в магазинах, особенно украшенные кружевами. Здесь мы видим с вами очень сложную работу дизайнеров и перфорация, лазерная обработка и королевские кружева, ну и, конечно же, модные фасоны. Для нас у вас 3 цвета на выбор. И сегодня вы приобретаете тунику и экономите 900 рублей. 2499 за готовую вещь. Итак, цвет бордо. Когда-то французы, действительно назвавшие этот оттенок бургундским вином, сказали, что у этого оттенка богатое будущее. Прошло 3 сезона, а этот цвет не покидает подиумы мира. И в этом вы можете убедиться, листая модные журналы. Следующий цвет – королевский синий. Этот цвет называют оттенком миллионеров. И мы можем уже посмотреть эти расцветки на наших моделях. Синий цвет выбирает Ольга Лукомская в сочетании со специальным предложением дня. Зеленый цвет, который выбрала Таня Бабурова, очень эффектно подчеркивает изумрудный оттенок. Ну а Ксюша выбирает бордо в сочетании с черными брюками. Девочки взяли за основу тунику с брючным ансамблем, брюки Стейна. Это специальное предложение дня. Брюки появятся после презентации туники. Итак, как выбрать дистанционный размер? Размерная линейка представлена от 50 до 60. Учитывая, что туника имеет свободный крой, мы видим, как она безупречно садится на ваши формы. Оля Лукомская. Мне очень нравится, когда на богатых формах женщины формы становятся изящнее. Как смотрится туника приталенного кроя. Это не та туника, не та мешковатая туника, которая деформирует ваши формы. Эта туника подчеркивает ваши прелести, ну и скрывает все нюансы фигуры там, где надо. Оленька носит размер 54-56, туника Финелла на Ольге 54-го. Ксения выбирает оттенок бордо и выбирает 50-й размер. Носит Ксюша 50-й. Татьяна Бабурова зеленый цвет 52-го. Танечка носит 52-й. Но сейчас давайте посмотрим на дизайн нашей туники. Мне очень нравится, как грамотно дизайнеры бренда Primavera выбирают сочетание тканей компаньонов. Здесь мы видим с вами и кружева, здесь мы видим с вами и трикотажно-вискозное полотно. Причем, заметьте, цвет рукава на кружеве идеально сочетается с основой. Эти ткани называются ткани-компаньоны. И для того, чтобы они выглядели в идеальной расцветке по колористике, дизайнеры бренда Primavera обращаются на текстильные фабрики, где изготавливаются материалы и просят прокрасить ткань под цвет основы. Так зарождается идеальная коллекция туник. Сам материал, трикотажно-вискозное полотно, прекрасно тянется, а это значит гарантия безупречной посадки. Причем, если ткань тянется по долевым, в ширину и в высоту, такой прием называется бестретч эффект, и он самый выигрышный для дистанционной покупки. Кружева разместились и в области воротника. Можем посмотреть на моделях, как прекрасно сочетается эта туника и как она сидит на вашей фигуре. Здесь мы также видим с вами и имитацию кожи. Это атласная плотная шелковистая лента, которая украшает воротник. И посмотрите на передней планочке нашей блузы, как эффект
эффект декольте. Давайте вспомним формулу стройности. Когда женщина выбирает правильный фасон, когда наши модницы выбирают правильные ткани, а именно, чем плотнее ткань, чем она эластичнее, тем лучше она будет корректировать ваши формы. Давайте еще раз обратим внимание на длину туники и ее фасон. Несмотря на то, что многие из вас привыкли, что туника – это нечто объемное, сегодня туника уже не та. Сегодня туника разработана дизайнерами бренда Primavera с учетом особенностей ваших фигур. Вот почему. Выбирая эту модель, вы стройнеете. Итак, точные кружевные рукава. Они не только подчеркивают и делают ваш образ соблазнительным, статусным. Ведь все знают, что кружево – выбор королев, но и еще скрывают нюансы вашей фигуры. Посмотрите, как элегантно смотрится туника, даже несмотря на то, что вы выбрали брючный ансамбль. Тон в тон Ольга подобрала еще и брюки Стейна. И я советую вам сегодня выбирать готовыми ансамблями. Итак, экономия сегодня составляет почти 1000 рублей. Уже завтра, если туника Финелла останется у нас в нашей программе, она будет стоить гораздо дороже. Давайте посмотрим сейчас на размеры. Я советую вам выбирать размер в размер. Туника Финелла – это открытие. Давайте обратим внимание на низ туники. Можно посмотреть или на Ольге Лукомской, или на Ксюше. Вы видите, что не только верхняя часть туники, но и низ богато оформлены кружевами. Это перфорация, лазерная обработка, перфорация под флористический принт. Как тонко, как изысканно смотрится эта модель. И согласитесь, о такой вещи сегодня мечтает каждая. Мы можем носить тунику не только для праздничных, оставлять ее для праздничных дней, но и носить ее в будни. Также туника будет хорошо смотреться с леггинсами, лосинами. И учитывая то, что у нас с вами вставки есть, имитирующие атлас кожу, мы можем надеть кожаные брючки или кожаные лосины. Итак, давайте еще раз посмотрим. Ксения носит размер 50, выбирает бордовый цвет туники Финелла и выбирает 50 размер. Мне очень нравится, что туника представлена сегодня в самых дорогих оттенках. Сапфир, темно-синий на Ольге Лукомской. Оля носит размер 54-56, туника на Оле 54 размера. Татьяна Бабурова, изумрудный зеленый цвет, изумруд, ассоциации с дорогим камнем. На Танечке тоже 52 размер, тот, который она носит. Если говорить и вспомнить качество бренда Primavera – это качество во всем. Это качество в выборе ткани, это качество в обработке. Вы посмотрите, какая тонкая ювелирная работа. У меня нет никаких претензий. И я бы еще хотела вам показать заднюю кокетку на нашей тунике. Обратите внимание, имитация застежки, капля. Иногда дизайнеры определяют эту каплю в область декольте, а кто-то открывает вашу спинку. Посмотрите, как тонко дизайнеры бренда Primavera открывают ваши части тела. Все очень дорого, все очень изысканно, благородно. Итак, сегодня тунику выбирают не только молодые модницы, но и взрослые леди. Поэтому туника Финелла до 60 размера порадует всех счастливых обладательниц, те, кто любит кружева и кто выбирает сегодня модели со стройнящим эффектом. Туника на все случаи жизни. Туника, которая сделает вашу фигуру изящнее, туника, которой вы будете довольны, туника, которую можно уже ничем не украшать, потому что есть уже украшение кружева. Это туника Финелла. 2499 рублей. 900 рублей – это ваша экономия. Ну а сейчас наша модная программа продолжается, и мы поговорим с вами, с чем сегодня мы предлагаем сочетать эту тунику. Многие сегодня заметили, что наши эксперты, ведущие выбирают сегодня для себя стильные брюки. Давайте поговорим об этом. Специальное предложение сегодняшнего дня – стильные брюки с эффектом стройности. Брюки, которые украсят каждую вашу минуту. Обратите внимание, мои дорогие, что сегодня дизайнеры предлагают нам такие модели брюк, которые не только украшают нас своим блеском, но и делают наши формы изящнее. Брюки Стейна. Брюки представлены сегодня в трех расцветках. Я выбираю для себя темно-синий цвет. Брюки, которые обнимают ножки и делают их более изящными. Брюки, которые мы можем сочетать как с праздничным ансамблем,
так и надевать в повседневной жизни. Итак, мой выбор темно-синий. У нас всего 4 цвета представлены сегодня, и цена только сегодня, в течение дня, 1199 рублей. При этом ваша экономия составляет 1200, даже больше, чем цена, которую вы заплатите за брюки. Зеленый. Зеленый цвет на самом деле выбор многих дизайнеров уже сегодня. Создавая свои коллекции на следующий год, 2019, многие задумываются о том, что зеленый цвет спокойствия, цвет гармонии будет украшать коллекции всех известных мировых домов. Мой выбор еще сегодня – это оттенок баклажан. Сочный, густой, благородный, насыщенный. Во-первых, самые последние тенденции в мире моды говорят о популярности сиреневых нот. Мы видим их в коллекции наших дизайнеров. Ну и, конечно же, ни одна коллекция не обходится без классического черного цвета. Именно этот цвет, по статистике, выбор 80% наших женщин. А сейчас давайте поговорим о размерах. Размерная линейка представлена от 48 до 62. И сейчас, глядя на наших моделей, вы убеждаетесь еще раз. Эта модель брюк идеально, гармонично сочетается с любым нарядом, ну и, конечно же, корректирует формы. Давайте вначале поговорим, какие ансамбли выбирают наши модели и какой цвет и размер. Итак, очаровательная Татьяна Бабурова выбирает сегодня для себя оттенки лаванды с глубоким фиолетовым цветом. Итак, на Татьяне мы видим оттенок баклажан брюкстейна. Размер Танечка носит 52, а вот брюки на Татьяне 48-50. Обратите внимание, если вы хотите брюки по типу леггинса, зауженные к низу, вы можете выбрать на размер меньше. А Таня сочетает с кардиганом «Волшебная мечта» и с ажурной блузой. Вы можете сегодня для себя заказать готовые комплекты. Оля Лукомская. Олечка остается в тунике «Финелла», темно-синий цвет. Оля носит размер 54-56. Давайте посмотрим еще раз на размерную линейку. А вот на Оле синие брюки «Стейна» размер 52-54. Прекрасная посадка за счет эластичных свойств ткани. Эти брюки прекрасно будут сочетаться с любым вечерним ансамблем. Подберите идеальную обувь и верх, и тогда вы будете чувствовать себя прекрасно. Это альтернатива стильному комбинезону или платью. Ксюша, если девочки выбрали для себя деловой стиль и вечерний, то Ксюша выбрала повседневный. Прекрасная блуза Рина, такого белоснежно-бежевого цвета, прекрасно сочетается с классическим цветом брюк, черным. Вы можете сюда добавить любой верх, даже удобный свитер, если собираетесь на прогулку. Ну а сейчас давайте убедимся в том, что наши брюки прекрасно сядут на ваши формы. Я хочу показать вам, дорогие мои, на что способна эта ткань. Советую вам сегодня выбирать брюки, если вы хотите более эффект стройнящий, на размер меньше. Как такое случается? Как удается нашим дизайнерам сотворить такую красоту? Итак, вы готовы? Я сейчас хочу показать вам, что наше полотно состоит в основном из вискозы и спандекса. Спандекс является более прочным волокном, в отличие от лайкры. Вы можете представить себе этот эффект утяжки. Какие будут стройные ваши ноги? Тем более, несмотря на то, что вискоза иногда блестит и переливается, здесь все-таки основной матовый оттенок нашей ткани. А мы сразу вспоминаем, что именно матовые ткани стройнят и делают ножки более точеными. Эластичная лента в виде приточного пояса не только украшает, но и добавляет вам комфорт. Я обожаю такие брюки, где нет ни пуговиц, ни молний. Ну а сейчас давайте посмотрим на дизайн наших брюк и сделаем это на подиуме. Хочется заметить, что сегодня дизайнеры не упускают возможности подарить нам блеск в нашей жизни. Каждая хочет блистать. Давайте сделаем это правильно вместе. Мой совет –
Если вы любите украшения из блеска, пусть они будут располагаться в нужных зонах, которые будут корректировать ваши формы. Итак, Ксюшенька, повернись, пожалуйста, и покажи нам этот стильный орнамент в виде страз. Невероятный хоровод из блестящих каменей украшает область кармана. Не случайно конструкторы-дизайнеры распределили их именно в этой области. Запомните, мои дорогие, что именно блестящие моменты, которые мы видим на одежде, они подчеркивают ваши формы. Вот и здесь, в области карманов, наши ягодицы кажутся более подтянутыми, упругими. И за счет матовой ткани трикотажно-вискозного полотна бедра становятся значительно стройнее. Но сейчас, если мы посмотрим с вами на переднюю часть наших брючек, мы тоже увидим блеск, потому что этот блеск имитирует передние карманы, но тоже корректирует фигуру. А вот Ксюша выбрала для себя еще один повседневный ансамбль. Вот они, карманы, о которых я говорила. Этот блеск называется и соединяется с любой тканью методом термокрепления под воздействием высоких температур. Называется термопрессование, когда каждая бусинка, которую вы видите на брюках, отдельно присоединяется к ткани, приклеивается, а потом прессом соединяется с полотном как единое. Катя Шестеркова. У Кати в области икры полноватые ножки. Не всегда нашим модницам можно подобрать такие брюки. Но брюки Стейна прекрасно садятся на ваши формы за счет эластичности. Я хочу добавить, что если у вас есть нюансы в области ножек, вы хотите все грамотно скрыть, выбирайте однозначно эластичные плотные материалы. Смотрите, ткань очень хорошо тянется, и мне нравится, что тянется она по всем направлениям. И тянется она настолько, что не вытягивается, она возвращается в свою форму. Это благодаря спандексу, который относится к эластичным нитям. То, что касается швов, мы видим, что здесь швы все выполнены тон в тон под основу. Это говорит о хорошем качестве производителя. И мы видим, что все швы двойные. Поэтому обратите внимание на то, как вы будете выглядеть. И несколько слов по уходу. Стирка дома при температуре 20-30 градусов. Гладить обязательно с изнаночной стороны. Тогда брюки прослужат вам долго. Ну, а как стилист, я хочу вас еще раз пригласить на подиум. Хочу заметить, что в этих брюках любой образ женщины кажется очень стильным, а ножки подтянутыми и стройными. Давайте еще раз посмотрим на готовые ансамбли наших моделей. Татьяна Бабурова. Таня выбирает сегодня для себя очень стильный жакет из жаккардового полотна от бренда Prestige Style. Брюки Стейна фиолетово-баклажанного оттенка Таня сочетает с кардиганом «Волшебная мечта» фиолетовый цвет. Вот такая, я бы сказала, монохромная гамма. Оля Лукомская выбирает тунику Финелла темно-синего цвета и синие брюки Стейна. Очень прекрасно сочетаются и стройнят Олю. Оля носит размер 54-56, брюки на нашей модели 52-54. Хотите подтянутые стройные ножки? Если вы желаете и мечтаете постройнеть к самому жаркому времени года, выбирайте брюки Стейна. Ну а мы продолжаем нашу программу. Приглашаем вас на шоу отличного стилиста Светланы Воронцовой. Каждый четверг на телеканале Shop & Show с 15.00 до 17.00 вас ждут модные тенденции, лучшие предложения от вашего личного стилиста. Не пропустите, будет интересно. Но мы продолжаем радовать вас стильными моделями. Вы знаете, еще года два тому назад, когда многие столичные модницы бросились по бутикам Москвы искать для себя стильное летнее пальто, тогда, скажу вам, единицы могли найти свою модель. Итак, сегодня хочется сказать о многослойном стильном ансамбле. Когда многие женщины выбирают дорогие ткани, парча, жаккард, шелк, бархат и составляют ансамбли на каждый день, выглядит это очень дорого и в то же время стильно. Помните то время, когда жаккардовые ткани украшали нас лишь только по большим праздникам? Мы берегли их, мы открывали наш шкафчик и смотрели, и ждали, когда же в календаре будет тот день, праздник, день рождения близких, друзей, когда я смогу надеть эту красоту. Но и то надевали ее лишь только те, кто мог достать ткани.
ткань жаккард. Давайте посмотрим сейчас на предложение от нашего российского бренда Prestige Style. Кардиган называется «Волшебная мечта». У нас представлено для вас 7 расцветок и самая главная цена. Вот многие смотрят иногда на меня, и мои подруги говорят: «Света, я даже боюсь представить, сколько он стоит». А когда я говорю моим подругам: «Девочки, я его купила у себя на работе за 2499 рублей». Многие приходят в шок, некоторые молчат. Ну а потом, придя в чувство, говорят: «Я тоже такой хочу». Давайте вместе с вами сейчас выберем ваш цвет. Мой цвет в заказе называется фисташковый. Но я хочу сейчас вам рассказать об этом цвете немножко подробнее. Этот оттенок называется лайм. Представьте себе соединение салатового и нежно-желтого цвета. На фоне основного василькового этот оттенок играет более нежно, но в то же время выделяется. Мне очень нравится, как правильно подобрана здесь цветовая гамма, именно соответствуя цветовому кругу, который очень часто используют дизайнеры для составления своей коллекции. Итак, в заказе он называется фисташковый, на самом деле оттенок лайм. Идем дальше. Для всех женщин, кто так же, как и я, любит оттенки лавандовые, сиреневые, фуксия и хотите яркости, вы можете выбрать этот цвет под названием фуксия. Посмотрите, нежные переливы, как благородно играет эта ткань, как она манит нас и гипнотизирует. Словно фокусник, она просто притягивает к себе взоры и меняет свою расцветку, как хамелеон. Вот уже цвет становится темно-синим, а вот сейчас он заиграл ослепительным, ярким синим цветом. Итак, мы выбираем с вами кардиган «Волшебная мечта», конечно же, по основе принта. Следующий кардиган называется «Голубой», но на самом деле это бирюза. Бирюза в чистом его исполнении. Для тех, кто любит носить бирюзовые украшения, меня поймут. Этот оттенок сегодня называют омолаживающим. В заказе называется «Голубой», но на самом деле это бирюза. Идем дальше. Выбор Татьяны Бабуровой – это оттенок фиолет. Обратите внимание, как эффектно на Танечке смотрятся кружева и жаккард. Очень дорого, очень богато, роскошно. Таня украшает себя брюками стейна, оттенок баклажан, и с фиолетовым кардиганом это смотрится идеально, монохромный ансамбль. Давайте поговорим с вами о васильковом оттенке. Василек любят все. Обратите внимание, здесь мы видим с вами основу василек и принт, который выполнен из хлопковой нити тоже того же оттенка. Если вы любите более спокойные, но в то же время яркие оттенки, однотонные, чтобы принт не сильно выделялся, это выбор ваш. Следующий оттенок называется в заказе «Какао». Посмотрите, очень красивый оттенок, напоминающий нам джинсу, правда? А сейчас представьте, как этот кардиган будет смотреться с вашим стилем деним. Это могут быть джинсы, это могут быть платья. Давайте посмотрим на Оленьку Лукомскую. Оля выбирает кардиган «Волшебная мечта» именно в этом оттенке «Какао» в сочетании с блузой «Ринна». На блузе «Ринна» мы видим тот же принт, того же оттенка, и он прекрасно сочетается с нашим кардиганом. Вот сейчас внимание! Очень часто я говорю вам о том, что лучше вещи с таким богатым принтом сочетать с однотонными вещами. А вот сейчас тот самый случай, когда мы сочетаем принтованную блузу, на которой тоже джинса, вы посмотрите, цветы, оттенок джинс, на жакете-кардигане оттенок джинс, песочно такой оттенок янтарный на цветах и на нашем жакете. Вот в данном случае мы можем их объединить. Это называется тонким стилем, утонченным, когда женщина настолько тонко чувствует сочетание оттенков, и не всегда каждый из вас может подобрать такой ансамбль. Мои советы таковы: не бойтесь экспериментировать. И еще один цвет, о котором хочется сказать, давайте посмотрим на него, это темно-синий с оттенком жемчуга. В заказе называется графитовый. Дорогие мои, это сапфировый синий цвет. Если присмотреться к нему, то рисунок на нем более дымчатый, с такой поволокой жемчуга, поэтому он называется графитовый. О, вы видите, как переливается шелковистое волокно. Давайте поговорим о жаккарде. Согласитесь, эта ткань
невероятно красиво. И как все-таки здорово, что в 21 веке наши технологи предлагают нам такие дорогие ткани, которые раньше могли позволить себе только короли, королевы и приближенные к царскому двору, королевскому. Давайте посмотрим на моделях, а я расскажу вам историю, как появилась жаккардовая ткань и почему сегодня ее называют именно жаккардовой тканью. Между прочим, жаккардовая ткань названа в честь изобретателя машины, который выплетает эту красоту. Тогда это было настолько сложно, чтобы получить 1 метр этой ткани, что именно только украшали короли и королевы себя этим материалом. Кстати, давайте поговорим об образе Ксении. Милые педагоги, наступает то время, когда мы готовим костюмы для того, чтобы прийти на последний звонок своим детям. Сегодня тот случай, когда мы заранее, вы не успеете оглянуться, как уже май, последний звонок. Сегодня мы предлагаем вам невероятно богатые наряды, но при этом вы экономите. Еще раз хочу сказать, что это наш бестселлер. 1900 рублей вы экономите. Вы сегодня заплатите всего 2499. И то вы сегодня забронируете свой наряд, а оплачивать будете тогда, когда он придет к вам на почту. Обратите внимание, что мы выбираем с вами жакет на размер больше, если у вас есть секреты и нюансы фигуры. Если у вас стандартная фигура, вы можете взять размер в размер. Это касается размера 50-го. Вот я ношу 52-й, на мне жакет 54-го. Хочу заметить, что этот жакет, несмотря на статус своего материала, прекрасно стирается в домашних условиях. Приглашаем вас на шоу отличного стилиста Светланы Воронцовой. Каждый четверг на телеканале Shop & Show с 15:00 до 17:00 вас ждут модные тенденции, лучшие предложения от вашего личного стилиста. Не пропустите, будет интересно. Кстати, ни одна весна и лето не обходится без нового платья. Вы так же, как и я, приобретаете новое платье в сезон, да и не одно. Для всех женщин, которые обожают нарядное платье, для тех, кто собирается в отпуск и берет с собой платье, которое украсит вас, доставит вам комфортные ощущения, мы посвящаем следующее предложение. Итак, мои дорогие, платья сегодня удивляют не только дизайном, выбором ткани, но и украшениями. Дизайнеры не упускают возможности украсить вашу жизнь и сделать ее еще более яркой. Встречайте, платье Сорель. Это новинка на телеканале Shop & Show. У нас для вас 3 цвета на выбор и размерная линейка от 50 до 62. Итак, сейчас вы видите оттенок, который называется «Василек». В заказе он просто синий. Мне очень нравится, как на фоне синего цвета расцвели цветы, а возможно это бабочки. Обратите внимание на тонкую ювелирную работу. Какие здесь прекрасные блестящие камни. И можно спутать это украшение. Украшение, аксессуар с ювелирным украшением. Для всех любительниц оттенков бирюзовых, все уже знают, что бирюзовые оттенки – это омолаживающие. Но какой бы цвет платья мы с вами сегодня не взяли, мы будем выглядеть свежо. Ведь верхняя часть нашего платья выполнена в цвете айвори. И именно этот цвет, нарядный, будет вас освежать. Мне очень понравился оттенок, который называется брусничный. В заказе розовый. Итак, розовый, бирюзовый и синий цвет сегодня украшает наших модниц. Давайте посмотрим сейчас уже на подиум и выберем ваш размер. Учитывая, что ткани, выбранные для наших женщин, это вискоза, потрясающее качество, как она струится, посмотрите. Мне очень нравится, девочки улыбаются, это значит им комфортно. Все очень просто, размеры представлены от 50 до 62. Я хочу, в свою очередь, пригласить 48 размер присоединиться к нам. Это платье также будет прекрасно сидеть на вашей фигуре, как и на наших моделях, только оно будет на вас немного свободнее, не отказывайтесь. Себе в удовольствие приобрести стильное нарядное платье. Итак, Ольга Лукомская носит размер 54-56. Платье, которое вы видите на Оле, 54 размера. И, кстати, таким образом я приглашаю и 64 к нам присоединиться. Посмотрите, у нас еще много места. Татьяна Бабурова. Таня выбирает розовый цвет. Очень красивый, мягкий, пудровый, приглушенный, но в то же время яркий. Таня носит размер 52. Платье на нашей модели размер в размер. Ксения.
Ксюша выбирает бирюзу. Мне очень нравится, как эффектно смотрятся наряды на наших девушках. У каждой свой тип фигуры, но каждая в нем прекрасна. Ксения носит 50-й размер, платье на Ксюше взято размер в размер. Вот. Вот она игра ткани, вот она плавная драпировка, которая нежно переходит и струится по вашим ногам. Это невероятный водопад прохладной ткани. Как вы думаете, сколько могут стоить такие дизайнерские предложения сегодня в магазинах? Да, в магазинах они стоят от 4-5 тысяч, а то и выше. Я уже молчу об украшении, которое в магазине аксессуаров может стоить сегодня до 1500 рублей. Обратите внимание на этот блеск. А сейчас представьте, вы идете на работу. Яркое лучистое солнце падает на ваши бабочки. Они начинают мерцать и переливаться. Словно они взлетают и дарят нам потрясающее настроение. Очень эффектно, очень нежно и очень красиво. Давайте посмотрим сейчас на материал. Несколько слов я хочу сказать о вискозе. Тем более, что здесь две текстуры ткани. Итак, верхняя часть нашего платья выполнена из шелковистой вискозы. Она так и называется – вискозное масло. Эта ткань отличается прежде всего шелковистостью. Итак, давайте посмотрим на этот материал. Он прекрасен, он тянется, он эластичен. И внешнее сходство с шелком не покидает нас, потому что его так и называют вискозный шелк. Именно материал на верхней части платья немного нежнее, нежели низ. А вот нижняя часть платья выполнена из плотного вискозного полотна. Причем из таких материалов делают сегодня вечерние наряды. Обратите внимание, за счет легкой тяжести этого платья мы видим с вами складочки и драпировку. Как будто бы это мягкое гофре. Именно за счет этих вертикальных складочек, именно за счет того, что платье расширено к низу, мы можем корректировать свои формы. Давайте перейдем на подиум, и я расскажу вам все нюансы и секреты коррекции. Платье имеет длину 121 сантиметр. Эта длина называется миди. Такое платье идеально садится как на высоких женщин, на женщин среднего роста и на невысоких женщин. Если у вас невысокий рост, это платье будет макси. Оно будет доходить до щиколотки, открывать вашу ножку там, где она выглядит более изящной. Итак, мы видим сейчас невероятную красоту и женственность, созданную в платье Сорель. В этом платье вы можете отправиться как на работу, порадовать всех своей свежестью, яркостью, нежностью, так и на праздник. Если особенно это жаркое лето, платье достойно быть и украшать вас на любом праздничном мероприятии. Вы заметили, как оригинально оформлен низ нашего платья? Да, это заслуга дизайнеров. Платье не похоже на все остальные. Внизу обработка шва называется закрутка. Именно за счет нее мы получаем эффект рюши. А само платье, давайте поднимемся повыше и вообще посмотрим на девочек издали. Это как картина, которую хочется разглядывать. Вот так, давайте остановимся. Итак, платье, посмотрите, оно за счет низа меняется. Это фасон тюльпан. Когда мы видим с вами, что за счет свободы мы не прибавляем, а наоборот, мы скрываем нюансы нашей фигуры. То, что платье, можно сказать, сшито из двух разных тканей, лишь только еще больше корректирует ваши формы. За счет соединения белоснежной ткани и цветной у нас получается эффект завышенной талии. Поэтому мы с вами выбираем вариант на жаркое лето. Это платье я советую вам носить, конечно же, летом. Это летний вариант с босоножками, с элегантными лодочками, с балетками. Это сама женственность. Сегодня вы экономите, повторюсь, 800 рублей. Они остаются в вашем семейном бюджете. И вы пополняете свой гардероб не только нарядным платьем, но еще и украшением. Оставайтесь с нами. Платье Сорель до 62 размера. Кстати, 48 и 64 к нам присоединяются. Ну а мы продолжаем. Приглашаем вас на шоу отличного стилиста Светланы Воронцовой. Каждый четверг на телеканале Shop & Show с 15.00 до 17.00 вас ждут модные тенденции, лучшие предложения от вашего личного стилиста. Не пропустите, будет интересно!
Ну что ж, дорогие мои, а сейчас мы окунемся с вами в стиль Прованс. Вот так умело сегодня технологи передают легкое настроение игривости на свои шедевры. Встречайте! Сегодня уже с самого раннего утра блуза Ринна бьет все рекорды популярности. Наши операторы просто оформляют заказы, и женщины выбирают сегодня по 3 цвета сразу. Встречайте! Одна из самых популярных моделей сегодняшнего дня. Находка нашего модного дня – блуза Ринна. Сегодня она представлена у нас в 4 расцветках и по цене 1199. Давайте познакомимся с расцветками. Я уверена, что вы будете выбирать для себя не один. Первый оттенок, который вы видели, это оттенок мяты, ментол. Уже даже само название и сам цвет уже холодит нас, радует нас именно этим эффектом прохлады. Для тех женщин, которые предпочитают более нюдовые пастельные тона, мы предлагаем вам оттенок слоновая кость. На фоне светлого цвета мы видим с вами бежевые цветы. Именно так бежевый цвет называется блуза Ринна. Следующий цвет салатовый. Мы видим с вами, как на темно-синем фоне яркий акцент. Это оттенок салатовый. Как он нежно сочетается с голубыми розами. Ну и самый яркий цвет сегодня для тех, кто любит яркие ансамбли, это сочный розовый цвет. Вы только посмотрите, как смело технологи разукрасили вашу жизнь. Они собрали здесь все самые яркие оттенки этого лета и этой весны. Давайте посмотрим на наших моделей, выберем вашу расцветку и ваш размер. Размерная линейка представлена сегодня от 50 до 64. Что мне нравится в этой блузе? Несмотря на свою свободу, она не смотрится на вас мешковато. И это радует, потому что такая модель будет лишь умело скрывать нюансы вашей фигуры, а подчеркивать только плюсы. Итак, Татьяна Бабурова. Таня выбирает для себя оттенок салатовый. 52 размер носит Татьяна и блуза Ринна на Танечке 52 размера. Сейчас я хочу обратиться к женщинам, у кого нестандартный тип фигуры и верх 52, а вот бедра 54. Если у вас бедра шире, я советую вам блузу выбирать по большему размеру, потому что блуза закрывает бедра. И чтобы вам было комфортно, все-таки блуза должна сидеть свободнее, как на Ксюше. Посмотрите, Ксюша демонстрирует сейчас как раз 52 размер, хотя носит 50. Это для тех женщин, чтобы вы в сравнении выбрали, как вам больше нравится. Либо на Татьяне по фигуре, либо на Ксении свободнее. Советую сразу для тех, у кого есть секреты и нюансы фигуры, выбирать плюс один. Ну а пока Ольга Лукомская готовится выйти на подиум, давайте поговорим о материале. Внешнее сходство с шелком делает эту ткань невероятно статусной и дорогой. Вы знаете, если бы я не знала, что в составе здесь крепдешин, я бы подумала, что это новомодный шелк. Но я знаю, что шелк не тянется, а вот свойства эластичности присущи современным материалам – крепдешин с добавлением лайкры. Лайкра вообще нужна. Вы знаете, когда лайкра есть в материале, тогда все краски надолго остаются с вами, они не вымываются. А то, что касается красок, здесь используется технологами экологически чистый состав, который никак не влияет на вашу кожу. Особенно эта информация полезна для аллергиков. Мы видим с вами, как каждый цветок вырисовывается, как он эффектно смотрится. Ну и, конечно же, ощущение реальности нас не покидает. Словно флористы собрались, профессионалы, и собрали для вас самые красивые цветы. Ну а вот и наша замечательная Оля. Давайте посмотрим на готовые ансамбли и выберем для вас и не только ваш цвет и размер, но и образ, который я вам советую. На Оле мы видим с вами брюки Камила, брюки коричневого цвета из трикотажа и жакет кардиган «Волшебная мечта». Кардиган «Волшебная мечта», оттенок какао и брюки шоколад идеально сочетаются по тону. И сегодня я хочу вас научить, как можно сочетать принтованные, например, кардиганы, жакеты с принтованными блузами. Это тот случай, когда мы можем с вами их объединить за счет расцветок. Джинсовые цветочки на блузе и основа кардигана
кардигана, джинс. Мне хочется заметить, что бежевый оттенок цветов безупречно сочетается с вензелями на нашем кардигане. Это тонкое, вот те женщины, которые являются колористами, меня поймут. Это тонкое сочетание оттенков в одном ансамбле. И здесь мы можем выбрать с вами либо джинсы синего цвета, либо брюки оттенок какао, беж или коричневый. Давайте посмотрим на посадку блузы еще раз и поговорим с вами о коррекции. Очень часто многие женщины выбирают для себя свободные блузоны, особенно те, кто не любит вещи в облипку. И это правильно. Лето – это то время, когда мы можем с вами наслаждаться свободой, особенно приятной свободой. Ткань отхолаживает. Это свойство всех шелковых тканей, ну и, конечно же, вискозных. Посмотрите на рукава. Мне нравится, что здесь дизайнеры выбирают цельнокроенные рукава, а значит, никаких проблем, никакой скованности движений в области проймы не будет. Давайте посмотрим сейчас на этот крой. Вообще, хочу заметить, что цельнокроенные рукава, если можно посмотреть рукав сразу, на это расходуется больше ткани. Обратите внимание, что материала здесь гораздо больше. Можем мы показать блузу целиком? Я прошу сейчас нашего режиссера. Спасибо. Обратите внимание, что рукава у нас цельнокройные, ткани расходуются гораздо больше, и передняя, и задняя планочка у нас, они выполнены в едином стиле. Представьте сейчас, сколько ткани уходит на пошив этих изделий. Еще раз хочу показать вам все эти детали и материал, который тянется. Очень приятный материал с эффектом прохлады. Ткань невероятно комфортная, а главное – прочная. Сейчас хочется показать вам область воротника. Многие женщины страдают от того, что если вдруг воротник потерял свою эластичность, вы отказываетесь носить эту блузу в праздники. Посмотрите, как тонко обработан воротник. Мне нравится, что все швы здесь ювелирные. Зигзагообразная окантовка подчеркивает то, что наш воротник будет держать форму. Посмотрите, я сейчас его надрываю, но воротник возвращается в свою форму и в свою красоту. Как ухаживать за этим материалом? Давайте посмотрим еще раз на моделях, а я расскажу, как стирать эту блузу. Стирка при температуре до 30 градусов. Такие блузы с эффектом шелка лучше стирать либо порошком для цветного белья с кондиционером, либо брать сразу специальный гель для стирки деликатных вещей. Хочу заметить, что эти нежные и яркие краски останутся с вами надолго, потому что в состав ткани входит лайкра. А мы знаем, основа ткани, если она лайкровая, то такие материалы не теряют своей формы и своей яркости. Если вы хотите, чтобы это лето было нежным, если вы хотите, чтобы это лето было ярким и комфортным, обратите внимание на нашу находку дня – блуза Рина. Я хочу заметить, что мы связались с колл-центром, и блузы уже заканчиваются. Белоснежно-бежевый цвет, как на Оле, 62 размер, остается всего 10 предложений. А я хочу сказать, что это капсульная коллекция – блуза Рина. Оттенок ментол, как вы видите на Ксюше, тоже заканчивается в 52-м, в 56-м размере. Не ждите конца презентации. Если вы влюблены в эту блузу, закажите, отложите ее за себя, для себя. Позвоните по бесплатному номеру телефона, он совершенно бесплатен для любого региона России. Приглашаем вас на шоу отличного стилиста Светланы Воронцовой. Каждый четверг на телеканале Shop & Show с 15:00 до 17:00 вас ждут модные тенденции, лучшие предложения от вашего личного стилиста. Не пропустите, будет интересно. Ну а мы продолжаем нашу модную программу и продолжаем собирать, не просто подбирать вам готовые базы, а мы выбираем образы. Итак, вернемся к специальному предложению сегодняшнего дня. Это брюки Стейна. Мне очень нравится, что эта модель брюк подойдет
для любого события в вашей жизни. Вы можете в них отправиться на работу, как, например, наша Ксения. Вы выбираете простую классическую блузу и идете гулять. Ну а если вы собираетесь на праздничные мероприятия, вы можете выбрать образ, как я. Синие брюки Стейна и оливковый цвет. Невероятной красоты жакета, волшебная мечта. Мне очень нравятся, дорогие мои, я очень люблю такие ансамбли. И мне нравится фасон этих брючек, который меня стройнит. Обратите внимание, что сегодня многие дизайнеры предлагают модели, которые невозможно надеть на себя. Эти брюки идеально не только садятся, но еще и подтягивают мои формы. В чем секрет? Давайте разбираться. Итак, если Ксюша выбирает для себя оттенок черный, я выбираю темно-синий. Но это еще не все. У нас есть еще несколько оттенок, которые порадуют вас. Невероятной красоты баклажан. Я утром, кстати, надевала эти брюки и была в полном восторге. Мой любимый цвет. Итак, брюки Стейна, оттенок баклажан. И еще один цвет, он относится тоже к ярким оттенкам. Это цвет изумруд. Изумруд зеленый. Давайте посмотрим сейчас на то, как брюки прекрасно тянутся. А потом уйдем на подиум и выберем ваш размер. Согласны? Итак. Многие могут подумать, что эти брючки-дудочки я надевала лежа и сейчас еле-еле стою. Потрясающая посадка, брюки очень комфортны. Даже больше замечу, что они нигде не давят. Весь секрет в ткани. Это удивительная ткань. Причем больше 60% вискозы. Вискозу любят все, особенно в жаркое время года. Но помимо вискозного волокна, в нашем смесовом полотне содержится спандекс. Спандекс относится к эластичным волокнам и, конечно же, спандекс обожают все те, кто хотят посадить брюки на себя. У спандекса больше силы. Если лайкровое волокно более тонкое, и его в основном добавляют в блузы, в платья, то в брюки добавляют спандекс. Давайте посмотрим сейчас на подиум. Наши модели уже ждут встречи с вами. И выберем, во-первых, ваш цвет и ваш размер. Ольга Лукомская выбирает для себя праздничный ансамбль. Давайте вспомним. Наш модный час открывала туника Финелла. Оля выбирает брюки Стейна темно-синего цвета и тунику Финелла темно-синий цвет. Оля носит размер 54-56. Когда я увидела Олю в этих брюках, я сказала: «Оля, ты очень постройнела. Ты сидишь на диете перед летом?» Она сказала: «Нет. Действительно, брюки невероятно стройнят. Делают ножки изящными, длинными, стройными. На Олечке, кстати, брюки на размер меньше. То есть 52-54. Ксения. Ксюша выбирает для себя блузу Ринна, это оттенок ментол, и классические черные брюки. Ксюша носит 50-й, брюки на Ксении 48-50. Спасибо, Ксюшенька. Ксения показывает сейчас посадку. Завышенная посадка, подобраны все нюансы нашей фигуры. Мы обязательно вернемся к деталям брюк, а пока Бабурова Татьяна. Если Ксюша выбирает черный цвет, то Таня выбрала один из самых модных и, как показывает статистика, популярных оттенков баклажан. Мой продюсер может сказать мне, что за блуза на Тане кружевная? Она будет у нас во втором часе. Итак, пока продюсер наводит справки и я жду информацию, Таня выбирает для себя размер 48-50. Блуза на Тане называется Натания. И Таня, Натания, видишь, как хорошо? Танечка выбирает готовый ансамбль. Блуза и брюки одного цвета. Плюс кардиган. Волшебная мечта, оттенок фиолет. Ну, вы сейчас убедились в том, что брюки действительно невероятно стройнят. У Ольги Лукомской те же самые параметры практически визуально, что у Ксюши и у Тани. А ведь у девочек совершенно разные формы. Да, мои дорогие, вот так легко, без диет, мы можем с вами придать себе совершенно другой внешний вид. Я все-таки говорю, милая женщина, я очень уважаю тех, кто следит за собой, занимается спортом, приседает, качает пресс, бегает. Сидит на диетах, вы молодцы, я бы вам все медали раздала. Но есть такие женщины, как я, например.
который любит покушать, да, Оля, любим кушать. Я хочу сказать, что иногда вот настолько порадуешься вкусной еде, что забываешь о своей фигуре. И потом, когда есть такие модели, нам всегда хочется жить в свое удовольствие. Вот мы и живем. Если у вас есть нюансы фигуры, выбирайте такие вещи, которые визуально корректируют ваши формы. Например, Ксюша показывает сейчас высокую посадку. И мне нравится, что за счет эластичности ткани, упругости, за счет эластичного пояса вы не только откорректируете формы, вам удобно будет. Понимаете, это то самое состояние, когда мы наслаждаемся. Нам не нужно переживать. Я буду стоять в автобусе, я не сяду, потому что если я сяду, лопнет пуговица. Забудьте. Забудьте об этих моментах, потому что сегодня вы выбираете комфортные брюки и красивые. Вы видели этот блеск? Это называется термопрессование, когда любая фурнитура, камни, стразы, пайетки могут соединяться с тканью едино. Именно под воздействием высоких температур, тканевого клея, эти стразы соединяются с материалом воедино. Стирайте при температуре 20 градусов, а вот гладить эти брюки лучше с изнаночной стороны. Ну а мы движемся с вами дальше. Если вдруг по каким-то причинам вы пропустили первый час нашей программы, есть прекрасный выход. Вы выходите на наш сайт. Там есть расписание эфиров сегодня. И рубрика «Мода. Ищите время» от 15 до 16. Давайте вспомним находку сегодняшнего дня. Это блуза под названием «Рина». Она у нас представлена в 4 расцветках. Кстати, именно эту блузу многие модницы заказывают по 2, по 3 модели. Еще бы, ее цена 1199. Не отказывайте себе в удовольствии разнообразить это лето. Наш первый час подошел к концу, но это не повод прощаться с вами. Ровно через несколько минут после презентации брюк Стейна, специального предложения дня, с этими очаровательными красавицами вы вновь встретитесь в этой студии. Ваш стилист Светлана Воронцова говорит вам до новой встречи и любит вас. Ольга, Ксения и Татьяна ждут встречи с вами. Пока!